Доброе утро. Иду по бункеризированной улице Хагани. Хочу пройти к бывшему Таировскому. Кстати, на месте хозяюшки Sweet Art. Здесь очень хорошая выпечка. Симпатичная. Я здесь брала Наполеончик маленький. Очень был приличный. Итак, я иду по улице Хагани к бывшему Таировскому магазину. Там должен открыться маркет, который называется Браво. Говорят, что он откроется 15-го. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Делаем разведку. Неудачно, что первые дни торговли у них попадут прямо на формулу. Они окажутся в кольце. Ну ничего. Итак, Браво. Вот такой у нас внешний вид. Очень симпатично. Может быть, они уже открыли? Сейчас посмотрим. Продавцы входят и выходят. Ну-ка. Я спросила у очень-очень представительного работника, который стоял на пороге магазина на входе, когда же откроется этот магазин. Он ответил: после 15-го. Будем ждать. Просто-просто прелесть. Сегодня в городе дождь. Я вышла на вокзал. Опять магазинчик, где масла. Мне надо купить отруби. И чищенные семечки подсолнечные. И чай в пакетиках. И дождь идет, представляете? Я без зонтика, без всего, так здорово. Вон народ с зонтиками идет. Как красиво, как хорошо и весело. Главное, что необычно, и ушла эта жара. Чудесно. Все, переходим. Активные водители такси на Гофсаны так уговаривают, думают, сейчас я поменяю свой маршрут и вместо масляного магазина поеду в Гофсаны. Но нет, мы движемся вперед. Да, очень необычная погода для лета, прекрасно. Для бакинцев это, не знаю, мне, например, очень нравится. Здесь на вокзале, около железнодорожной больницы, замечательный хозяйственный магазин. Я зашла. Ой, какая хорошенькая кошечка. Манеки Неко. Что там у нее внутри? Кружечка. Смотрите, какая прелесть. Вот такие. Ой, какая. А, Hello Kitty. Прелесть. Гуман. Здесь такие вещи прелесть просто. А, кстати, мне нужен новый заварной чайник. Я купила маленький половник, потому что где там что-то мелкое налить. Большой не будешь брать, а маленький в самый раз. Смотрите, какие. Всякие. Сейчас я себе выберу заварный чайничек еще. Какая прелесть. Еще мне нужно за такие заварные чайнички. Сейчас я себе выберу хороший чайничек. С много-много полезных вещей. И все недорого. Я себе выбрала новый чайник. Сейчас его упакуют. Я его куплю. Гениальный совершенно магазин. Армудышки, что хотите. Смотрите, как красивые. Очень. В общем, магазин замечательный. Смотрите, какие формочки разные. В виде мишки, например. Что хотите. В общем, короче, все, что нужно в этом магазине. Все, при всем. Термосы, не знаю, все, сковородки. Как красиво сделали.
А, это тоже? О, это стаканчик такой, думаю, настоящий чай. Спасибо большое. Представляете, вот такие вещи, всякие сувениры. Кто приедет в Баку, все, выхожу. Спасибо, Стэн. Кто приедет в Баку, захочет хороший сувенир, потому что в крепости везде это очень дорого. Вот прям около железнодорожной больницы, около вокзала, вот такой хозяйственный. Там все есть. Я перешла на другую сторону. Вот я пришла в магазин, где продаются масла, чаи, всякие специи, всякие хорошие вещи, семечки и так далее. Сейчас я вам покажу, какие у нас тут масла. Вот такие. Видите? Вот все масла, это все очень хорошие. Вот. Все здесь есть. Вот так. Вот такой магазин замечательный. Так. Смотрите, еще грибочки. Ассорти. Сушеные грибы. По-моему, там белые. Ну вот еще я купила отруби различные. Короче, много всего. Вяленую клюкву купила. И иду домой. Накупила целый большой кулек. Купила целый кулек, иду теперь домой. Все, пока. Заканчиваю нашу передачу, репортаж о походе в магазин здоровых продуктов. Это наш садик Ильича. Смотрите, какой весь зелененький он стал. Чистый, душистый, свежий. Все-таки дождь — это хорошо. Согласитесь. Дождь — это хорошо. Ну, когда, конечно, не слишком часто. Ну вот, сейчас я приду домой и загружу этот маленький видик. Я всем желаю таких же чистых, промытых, ясных, хороших дней. Пока! Все, пошли.